Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» проходит в Московской области уже 11-й раз. Каждую весну жители Подмосковья сажают деревья и кустарники в память о героях Великой Отечественной войны. И у каждой семьи они свои. Юлия Чегрова пришла на мероприятие вместе с супругом и двумя детьми. Главное, считает видновчанка, передать память о предках подрастающему поколению. Чтобы привить им заботу к родине, любовь и память о наших воинах, чтобы они всю жизнь хранили ее. И потом своими детьми выходили и показывали, что вот они тоже внесли свою лепту. Чтобы потом приходить и смотреть на дерево. Мы хотели посадить и клен, и дуб. Два дерева, чтобы с классом ходить и ухаживать за ним. Более 300 жителей микрорайона «Зеленые аллеи» приняли участие в масштабной акции «Лес Победы». Центральной площадкой была выбрана территория около второй школы. Патриотическая составляющая, она очень сильно звучит в сопровождении, в музыке, которая. И это такой, давайте назовем это маленьким патриотизмом, потому что это микрорайон «Зеленые аллеи», здесь живет тысячи людей. И те деревья, которые они сегодня здесь в том числе сажают, это благоустройство территории, да, позволит им, может быть, с большей чуткостью смотреть на то, что происходит вокруг. Более 100 саженцев дуба, клена, липы от 4 до 6 метров в высоту участники акции бережно посадили на склоне вдоль дороги. На ветвях жители разместили именные таблички. Я, конечно, посадил дерево в честь одного из своих предков, моего деда, который воевал, дошел до Варшавы в кавалерийском своем корпусе и вернулся с ранением домой и орденом мужества. Вот он у меня изображен на футболке. К мероприятию присоединились представители администрации, служб и организаций округа, депутаты, сторонники и члены партии «Единая Россия», волонтеры и школьники. Это, в принципе, хорошая история с приобщением детей к труду, да, то есть мы показываем, что такое посадить дерево, чтобы они прочувствовали это и дальше занимались этой же практикой и деятельностью, потому что если каждый человек в своей жизни посадит там 10-15 деревьев, это будет огромный вклад в озеленение. В муниципалитете акция прошла на 33 площадках. Было высажено более 2000 деревьев и кустарников. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.